как ни единый лист не пожелтеет без молчаливого согласия всего дерева, так и причиняющий зло не может творить его без скрытой воли на то всех вас. Постоянная доброта может творить чудеса. Подобно тому, как солнце может растопить лед, так и доброта изгоняет непонимание, недоверие и враждебность. Самоубийство не является лекарством. Я не думаю, что вы сможете найти доказательства того, что я изменил политику правительства исключительно из-за взноса. Не все, с чем сталкиваешься, можно изменить, но ничего нельзя изменить, пока с этим не столкнешься. Нет ничего более желанного, чем избавиться от скорби, но нет ничего более страшного, чем лишиться опоры. Люди, считающие себя волевыми и хозяевами своей судьбы, могут продолжать верить в это, лишь став специалистами по самообману. Наши отношения с другими державами Европы не претерпели существенных изменений со времени последней сессии. Один урок, который вам следует усвоить, если вы хотите быть в политике, состоит в том, что вы никогда не выходите на поле для гольфа и не побеждаете президента. Народное правительство без народной информации или средств ее получения есть не что иное, как пролог к фарсу или трагедии, или, возможно, и то, и другое. Человек имеет свойства в своих мнениях и свободном сообщении их. Все, что вас интересует в мире, будь то Чарли Роуз, Джет Блю, общественный деятель или ваша местная кофейня, они есть в Твиттере и транслируют то, что им интересно. Выберите движение, выберите революцию и присоединяйтесь к ней. Кратковременное удовлетворение никогда не приведет к чему-то вечному. Если ваше изложение неинтересно, это потому, что неинтересна ваша мысль. Если оно ограничено, то это потому, что ограничены вы сами. Мертвый лев лучше живой собаки. Порой мне кажется, что история мужчины – это всегда история его любви к женщине. Я думаю, что бизнесу США и Китая нужен общий язык и диалог. Год уничтожил 19,2 триллиона долларов дохода США. Что если деньги были потрачены на Среднем Западе Соединенных Штатов? Alibaba – это экосистема, которая помогает малому бизнесу расти. Когда человека просят произнести речь, первое, что он должен решить, это что сказать.
Работай, развлекайся, твори историю. Непрочитанная книга не сможет вам помочь. Помните, то, что вы собой представляете, определяется тем, что вы читаете. Первое, что я делаю, когда прихожу к кому-либо, я начинаю просматривать библиотеку. Я узнаю гораздо больше, просматривая книги и собрания кассет, чем из пустого разговора. У меня есть одна жизнь и один шанс сделать так, чтобы это что-то значило. Моя вера требует, чтобы я делал все, что в моих силах, где бы я ни был, когда бы я ни был, до тех пор, пока я могу с тем, что я должен попытаться изменить к лучшему. Америка не изобрела права человека. В самом прямом смысле права человека изобрели Америку. Не нужно бояться перспективы неудачи, но нужно быть решительно настроенным не потерпеть неудачу. Мы должны перестать плакать и начать потеть, перестать говорить и начать ходить, перестать ругаться и начать молиться. Сила, в которой мы нуждаемся, исходит не из Белого дома, а из каждого дома в Америке. Величайший дар – это способность забывать о плохом и сосредотачиваться на хорошем. Мы, американцы, думаем, что в каждой стране с переходной экономикой есть Томас Джефферсон, прячущийся за какой-нибудь скалой, или Джеймс Мэдисон, скрывающийся за одной песчаной дюной. Теперь люди, когда я говорю это, смотрят на меня и говорят: «О чем ты говоришь, Джо? Вы говорите мне, что мы должны тратить деньги, чтобы не обанкротиться». Ответ – да, это то, что я вам говорю. Вы удивитесь, насколько далеко может зайти человек, если захочет поверить, что тот, кого он любит, лучше, чем есть на самом деле. И все эти годы я мечтала о мужчине, который не мог бы без меня жить, о мужчине, который, засыпая, представлял бы мое лицо, который любил бы меня растрепанную и заспанную, и которому не было бы дела до того, что ужин снова запаздывает, а мотор стиралки перегорел из-за того, что я запихнула в нее слишком много белья. Просто я не знала, что для начала этого человека нужно родить. Когда умирает человек, такое чувство, что у тебя выпал зуб. Ты можешь жевать, есть, у тебя во рту осталось еще много зубов, но языком ты постоянно трогаешь пустое место, где все еще немного побаливают нервы. Неужели ты никогда, глядя на истерику, устроенную на людях, не задавался вопросом: людям на самом деле так плохо, или они просто хотят, чтобы другие видели, насколько им плохо? Выставлять чувства на показ – значит обесценивать их. Человек влюбляется в другого за его улыбку, за то, что он заставляет его смеяться, или, как в данном случае, потому что он заставил тебя поверить, что ты единственный, кто может его спасти.
Суть свободного правительства состоит в эффективном контроле над соперничеством. Нет подушки более мягкой, чем чистая совесть. Талант дан Богом – быть скромным, слава дана человеку, быть благодарным, самонадеянность дается само собой, будь осторожен. Помните об этом, выбор, который вы делаете в жизни, делает вас. Успех – это душевное спокойствие, которое является прямым результатом самоудовлетворения от осознания того, что вы сделали все возможное, чтобы стать лучшим, на что вы способны. Если вы потратите слишком много времени на изучение трюков ремесла, вы можете так и не научиться ремеслу. Ярлыков нет. Если вы работаете над поиском короткого пути, простого пути, вы недостаточно усердно работаете над основами. Вам может сойти с рук это заклинание, но ничто не заменит основы. И первая основа – это старомодная тяжелая работа. Ищите возможности проявить заботу. Самые маленькие жесты часто имеют большое значение. У человека всегда есть спутник, его тень. Требовать любви, приставая с ножом к горлу, это ли не верх вульгарности и тупости? Не должно проходить дня без того, чтобы каждый из нас не повторял себе: ради всего святого, что есть в нас, не надо войны. На пути опыта присоединяйтесь к живому дню, если есть ответ, то просто так оно и есть. Домашние помидоры, какой была бы жизнь без домашних помидоров, только две вещи, которые нельзя купить за деньги, это настоящая любовь и домашние помидоры. Мы стремимся к миру, зная, что мир – это атмосфера свободы. Я играл по правилам политики, как я их нашел. Ошибка – это всего лишь ошибка, она становится ошибкой, когда вы не можете ее исправить. Вам не нужно, чтобы кто-то говорил вам, кто вы или что вы такое. Ты то, что ты есть. И каждый рисовал себе картину счастливого будущего по-своему, в зависимости от того, чего был лишен в настоящем. Быть человеком – значит взять на себя какую-то ответственность, а не просто заполнять собой пространство. Наши мудрецы льстили нам принятием банковской системы, полагая, что в результате принятия будет безграничное богатство. Искусство есть не сокровище прошлого и не привоз из другой страны, а часть настоящей жизни всех живущих и созидающих народов.
Пусть каждая нация знает, желает ли она нам добра или зла, что мы заплатим любую цену, вынесем любое бремя, преодолеем любые трудности, поддержим любого друга, выступим против любого врага, чтобы обеспечить выживание и успех свободы. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какая цитата вам близка, и не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал.